Цветы вместо штрафов. На дорогах Ульяновска прошла традиционная весенняя акция госавтоинспекции. Дорожные инспекторы одни из первых поздравили автоледи с 8 марта. К девушкам за рулем обратились с теплыми пожеланиями и напомнили о важности соблюдения ПДД, а также вручили подарки. Цветы, поздравительные открытки от госавтоинспекции и памятки с правилами движения. Госавтоинспекция Ульяновской области поздравляет всех участниц дорожного движения с Международным женским днем 8 марта. Пусть любая дорога будет легкой и счастливой, уверенно ведет от успеха к успеху, дарит силы и оптимизм. А самое главное, чтобы на светофоре судьбы всегда горел зеленый свет.